Здравствуйте, меня зовут Демина Лейла Амраховна. Я работаю в школе 1420 музыкальным руководителем и педагогом дополнительного образования по театрализованной деятельности. Для детей младшего дошкольного возраста мы предлагаем программу «Добрая сказка», где дети играют в разные виды кукольного театра. Плоскостной, настольный, бибабо, пальчиковый театр. Тем самым развивают мелкую моторику рук, воображение, активизируют словарный запас, совершенствуют звуковую культуру, идеологическую речь. Еще в программе есть раздел «Рисование на песочном планшете». Здесь дети приобретают навык рисования. Песок помогает детям снять напряжение, развить фантазию, пока они рисуют фрагменты сказок, развивают художественно-творческие способности. Ребята с удовольствием ходят на занятия. С более старшими дошкольниками мы работаем по программе «Волшебный мир театра». Здесь ребята учатся основам актерского мастерства, а именно развивают мимику, жесты, выразительность речи, пластику движений. Поскольку театр музыкальный, ведется вокальная и хоровая работа. В конце года родители всегда видят красочный отчет в виде выступлений детей, сопровождая бурными аплодисментами игру наших маленьких артистов. Вашему вниманию мы представляем видео отрывков наших выступлений. Thank you.
видео наших выступлений мы отправляем на различные конкурсы – городские, межрайонные, международные – и часто получаем призовые места. Мы будем рады видеть вас в нашей театральной студии.